Здравствуйте, друзья. Мы тут уже в Кремниевой долине. И 4 часа дня. Обещали с 3 часов и там на всю ночь какое-то обострение шторма. И вот мы просто в самых таких обычных простых местах оказываемся в пробке. Ну вот давайте я показываю вам, боже ты мой. Что такое? А как она перевернулась вверх тормашками-то? Светик, боже мой, это если с людьми что-то случилось. Если машина, с людьми можешь не сомневаться. Машина лежит колесами кверху, и вот эта желтая развернула, видно, она ударила. Посмотри, как машина лежит. Ну да. И тут еще справа тоже ребята стоят, смотри. Ну, это свидетели, наверное. Ну, я не знаю. Ну, в общем, да, невеселая картина. Да. Вот так вот под дождем-то. А люди не привыкшие? Да, ну, надо поскольку аккуратно. Сезон уже там некоторое время идет, я думаю, что мы уже более привыкшие, как по сравнению с тем, как если бы первый раз только дождь был. Но, в общем, да, это всегда что-то происходит, когда дожди сильные. А вот мы на хайвее 101-м. И вроде бы трафика немного, да, вот 4 часа 2 минуты. Трафика немного, мы идем в карпульной полосе. И скорость у нас 60 миль, что-нибудь чуть больше 100 километров в час. Ну, может быть, 60, там, 3, 4, может быть, 5 километров в час. Вот так мы идем. И, в общем-то, есть неудобства от обгоняющих машин, которые, смотрите, как они, можно сказать, опыляют все вокруг, но такое ощущение, что ветерок вот слева направо, и на нас не так сильно это попадает. Вот. Хотя, друзья, под дождем ехать, на опыление не жаловаться. Да, вот так мы едем. Но опасно. Вот что ни случись, смотрите, любая ерунда и повышенная опасность. Слышь, Свет, ты видела, колесо лежало на дороге? Да, ну бывает, да. Я вот еще колесо. Это колесо. Нет, это кусок. Кусок, нет, да. Это часто бывает. Я не знаю, насчет часто не могу сказать. Ой, тут кто-то нас догоняет. Ну, ладно. Хотел пропускает, ладно. Хотел правее встать. Опасно, знаете, опасно маневрировать. Скользко. Не гонись, конечно. Все-таки я еду 65, но что я делаю? Слушай, только что я ушел из этой полосы, и снова в ней оказался. Ты как интересно бывает. Ну да. Вот такие условия езды, друзья. Welcome to California.